Химки полностью готовы к предстоящим выборам губернатора Московской области. Об этом сегодня заявили на общегородском совещании с главой городского округа Дмитрием Волошиным. Желающих проголосовать в Химках стало больше. Порядка 500 человек уже подали заявление в МФЦ, чтобы сделать свой выбор не по месту жительства, а по месту нахождения. А чтобы голосование прошло максимально честно и открыто, на участках установят специальные электронные устройства для подсчета голосов избирателей. Городским округом Химки взят курс на проведение абсолютно прозрачных, честных, чистых и открытых выборов. Все, практически все участки, расположенные в городе Химки, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней. Всего 106. Также на заседании отметили, если избиратель не сможет посетить свой участок по состоянию здоровья или другой уважительной причине, 9 сентября к нему приедет мобильная бригада с урной для голосования. Об этой системе рассказала председатель территориальной избирательной комиссии номер 2 города Химки Ольга Степанова. Технологию уже опробовали на президентских выборах в марте. Так возможность сделать свой выбор появилась абсолютно у всех. Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. Приглашаем всех вас принять участие в дни голосования 9 сентября. Чтобы проголосовать дома, достаточно сообщить по телефону в участковую избирательную комиссию по месту прописки или отдать заявление ее сотрудникам. Для этого работники организовали поквартирный обход.